Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас очередная рубрика «Таланты перезагрузка». Постепенно я вам обновляю талантики. Прошлый талантик у нас был «Выживание». Сегодня мы поговорим про раскол. Думаю, много говорить не будем, а можем будем и много разговаривать. Талант на сегодня один, не один, а топовый для архидемона. Он имеет большой урон, процентуальный урон от ХП. Я вам показывал героев, которые бьют процентуально. Это та же самая Роза, ПБшка, то есть герои, которые наносят процент от урона Анубис, от жизни. А вот тут то же самое. Талантик, Сандер он здесь называется, наносит атаку, то есть 100% он дает увеличение атаки с руки. И плюс 1000%, ну плюс 1000 к урону дает, и также имеет шанс, то есть так, чтобы вы понимали, это шанс 20%, это у нас на первом, нанести урон равный 5% от максимального ХП. Работает он, ребят, на таланты, ну то есть на талант он не влияет, влияет он только на удар с руки. То есть, соответственно, его использовать лучше всего для архидемона, но также некоторые используют его и для обычных героев, для анубисов там и прочего. Да, можно это делать вполне, почему нет. Он дает дополнительно 8000 атаки. Это, по сути, атака вашего героя плюс еще... Ну, по сути, атака вашего героя вдвойне. На архидемона лучше, конечно, ставить талантом, качать на девятку. Можно уже ставить эмблему. Я уже прокачал девятки тоже у себя, у меня тоже есть девятки. То есть по героям кому ставить? Многие там лепят Фрей, там многим героям. Ну, ребят, зачем? Смысл? Вы на максимум все равно не откроете героя и ничего не затестить. Ну, по сути, это бессмысленно. Можно черепа попробовать потестить. Опять же, он будет, как и все герои, наносить процент. Шанс небольшой, как видите, увеличение... максимум 22%, тут 18%, ну то есть тут особо самую большую роль играет вот процентуальное, ну не процентуальное увеличение, все равно вы и так будете выбивать нехило, там ограничения стоят, вы будете выбивать, ну побольше, если у вас будет прокачка, вот увеличение урона у вас будет увеличиваться, вот это самый большой плюс. А так по сути 100% на любом левеле и процентуалка. Вот так вот. Идем, покажу по героям, кому ставить. Естественно, это герои, которых вы используете на архидемоне. У нас, к сожалению, архи уже закрыт. Я вам сейчас так покажу. Вот у меня есть вот Химка. Как видите, тоже уже стоит раскол. Укротитель. Думаю, многие из вас используют. Ведьма, на тыковку эмблемой надо ставить, то есть ее бессмысленно. Дальше это у нас ведьма. Ой, ведьму я показал вам уже. Так, стрелок. Блин, они все так в разброс. На космо можно ставить. Это стило тестировал, то есть я на космо ставил. На Фрею, если вы ее будете использовать, на стрелка и на огника. По-моему, вот этот. Да, вот. То есть такой вариант плюс пиромагии, в принципе. Классно, круто. Срабатывает талант, я ж, как я вам говорил, то есть шанс процент, чем выше у вас прокачка, соответственно, выше шанс 22%, что 18% где-то плюс-минус, они будут одинаково работать, поэтому девятки даже бессмысленно, многие просто на пятерках оставляют. Если разбирать, брать эмблему, то есть смотреть по эмблеме, как вы знаете, вот эмблема Браулера, на сегодня такая дамажная неплохая, а вот она 8, это дает немножко меньше, то есть ставят это плюс вот такую эмблему, то есть так вы вытащите максимум, скажем так. Есть еще, по моему кто там у нас, вот маскировка дает неплохо, и
Ну, пакт, как видите, меньше дает. То есть самое на сегодня топовое по урону, это, конечно же, маскировка. Ну, в таком соотношении самого показателя. Но процентом раскол у вас получается будет дополнительно наносить урон при срабатывании, если получится, то есть дополнительный будет наносить урон. Ну и плюс увеличение еще плюс 8000, вот так вот. То есть эмблемой тоже можно ставить вариант либо тот, ну то есть тут плюс-минус, я тестировал и ту сборку, еще раз затестирую, вам покажу, и то в принципе хорошо. Вот, использовать талант на локации, ну, просто для бездонов, да, можно, ребят, качать, но потом вы все равно его рано или поздно выбьете топовый талант, и вы просто потеряете ресурсы, потому что у вас героя не будет, и вам придется его перекачать. Вот так вот. Этот талант пришел на смену замедлению на архидемоне, то есть замедлению, и пришли еще новые таланты смотрителей, которые, по сути, полностью убили, скажем так, предыдущие таланты. Это было замедление, ТУшка, что там у нас, СУ, смертельный удар. То есть такие таланты, которые тоже наносят там с каким-то определенным процентом дополнительный урон, да, ТУ наносит дополнительный, когда срабатывает, о нем попозже поговорим. Замедление то же самое, СУ наносит там с процентом увеличенный. Кто хочет спать, ставьте лайк, вырезать не буду. Ставит определенный, скажем, дает определенный шанс увеличения урона, то есть в разы, но из-за того, что на архидемоне ограничения, это бесполезно. Возможно, это будет срабатывать, когда ограничения снимут. Вот. Что еще по поводу раскола сказать? Ну, действительно, интересный талант, но использование его ограничено. Также использовать можно его на гильдийских боссах. Тот же самый вариант, что и с архидемоном. Там есть гильдийские боссы, которых можно больше набивать, быстрее убивать. Но опять же, учитывайте то, что там вы упретесь в потолок. Ну, то есть гильдийские боссы — это отдельная тема, но там тоже можно использовать. Также используют на угольной армии, я тоже сам тестировал очень много на угольной армии для дополнительного урона. Тот же самый вариант, чтобы выйти набить больше, почему нет. Единственное, что учитывайте, что ваши герои, ну, в зависимости от ваших прокачек. Если у вас хорошие прокачки, 30-е прорывы, как у меня, например, то можно без проблем ставить эмблемы и не париться. Ну, конечно же, есть шанс того, что на отражалке вы сольетесь. То есть надо изначально подумать, на каких героях вы поставите. Ну, там нюансов очень много. Последний раз у нас угольная была вообще на английском сервере багнутая. Поэтому вряд ли вы там что-то, какой-то результат увидите. Вот, с таких локаций, с PvP локаций, я не знаю. Я бы не советовал его ставить. Многие там тестировали, показывали, что действительно талант амимбовый. Ну, для PvP локаций, я считаю, есть куча других талантов. Этот талант вам... Единственное, на чем пригодится, какие талантам такие эмблемы, это, как, на мое мнение, на сегодня это архидемон, на тех героях, которых я вам показал. Можно также дополнительно поставить на других героев, то есть есть много других героев, которым он подойдет, в принципе, как варианты использовать. Давайте я вам сейчас их покажу. Для новичков, кто не знает. Ну, можно как вариант для шапки, да, там, допустим, у нее будет увеличено. То есть всем, по сути, героям, дамагерам можно ставить. Сюда можно поставить, но в основном это там, где надо дополнительный урон нанести. Это, я уже, как выше сказал, это архи и гильдийские боссы. Можно Драйку поставить, такой вариант. Опять же, дополнительный урон в здании, ну, это как по мне бред. Минотавру, да, там увеличится его атака. То есть такой вариант тоже можно использовать. Для черепа у него хороший процентуальный, плюс еще увеличится урон плюс 8000. Ну, то есть там, где увеличение хорошее, Тесси можно поставить. Ну, в свое время мы очень много тестировали и пришли к выводу, что реально есть намного более интересные таланты, чтобы герой был универсальный, потому что многие из вас ищут какую-то универсальность, а не то, чтобы герой ваш убивался каждый второй раз. Вот, то есть можно и Фрэнки даже затырить его, но это опять же и Варлоку тому же, и Афине, это вас не спасет.
Вот, поэтому вот такие вот пироги у нас, ребят. Пишите комменты, что вы думаете, кому вы ставите. И ждите, конечно, следующего видосика. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Me